теперь смотрите, перевожу ее и бью. Еще бью. Я перевожу, бью. Еще мне надо, видите, я отовсюду его отработаю. Где он у меня нужен? Понятно вам? Оружие у вас. Вы что? Это ж не детство. Хорошо сделали, но удары будут сильные, поэтому ловите, дайте на меня. Значит, я ловлю, видите как? То есть он по касательной. Отнять, вот он у меня, я уже его бью. Понимаете? Контакт, фехтование надо, фехтовать. Раз мы с вами занимались, начните вот с этого. Вспомнили? Да. Я его пропускаю, но голову ставлю, опять под удар. Вот так. Тогда мне удобнее руку подставить кверху, и удар проскочит. Вспомнили? Mm-hmm. Вот это сейчас чтобы делали. А теперь боковой. Вот я опять. Значит, я ставлю голову под этот же удар. Точно так же. И пролетает. И я помог. И я его бью. Вперед. Могут. 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 Садись, садись, дай-ка на меня, смотрите, оп, есть. Моя задача, рычаг добавить, я чуть-чуть корректирую ногой, вот она у меня, вот она полезла, я ее поймал, вот теперь она моя, я могу ее дальше брать, видите, куда угодно. Вперед. Внимание, все сюда. Я контакт держу. Если даже он у меня прошел, то я могу в руку. Хопа, видите? И опять я вышел через него. И могу подставить. Все то, что вы сделали сейчас, только Александр Иванович вам показывал, все остается в силе. Только добавляется некоторый элемент работы с оружием. Еще, пожалуйста. Смотрите, вот он бьет. Я раз принял. Откуда? Я отхожу. Хопа. Откуда? Взял. Хоп. Я его использую. А кто у меня будет здесь? Хоть сзади, хоть спереди. Я всех буду доставать. Видно? Держи. Вперед. Усы спрей, если будешь так не зарабатывать. Усы спрей. Thank you.
Внимание, товарищи, а то вы шли! Быстро на места и снова! Смотрите, уколы. Раз. Смотрите, я его раз. Вот он у меня. Привет. Вперед. Смотри, я тебя буду. Ты на меня. Опа, я, видишь, вот он у меня. Вот, теперь я, смотри. Хоп. Это я тебе, видишь, я тебя как... Понял? Теперь я его бью. Вперед, продолжаем. Стой так. Раз отсюда, смотри сюда. Видишь? О! Видно? Вот и все. Вот я уже упал. Он хорошо. Вот он хорошо. Нас выгоняли. Я. Хоп. Отсюда. А! Вот он у меня. Я там. Сажусь. У тебя нож. Вот ты теперь подойди за счет этого. Смотри, я на нее нападаю. Раз, а я уже здесь. Видишь, уже я здесь. Она отсюда. Я уже и забрал. Вот она у меня. Во. Ближе, 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 ближе. Не надо. Этот, вот контакт пошла. Видишь, вот я тебя взял. Я бью. Вот этот контакт вы теряете. Вот так. А теперь задави ее сюда. Смотри. Вот так. Вот и все. Подожди, стоп. Смотри. Я бью тебя этой стороной. Ты принял. Я тебя бью уже этой стороной. Бью еще и. Копию пленки Михаила Петровича сделайте. Обязательно. Ничего. Значит, вот этот, подожди, я в другое место встану. Значит, моя задача состоит в том, чтобы я выровнял эту руку. Видите, вот это защита его. А вот это я его взял. Смотрите, я вывел его суставы на прямую. Рычаг увеличил. И теперь я могу с ним делать, что хочу. Видите, вот я теперь, смотрите, что делаю. Я теперь им могу манипулировать. А когда он вот так, то есть он меня может взять теперь, сейчас как кинет меня или ударит, я ему ничего не делаю. Он у меня не взят. Но если же вот эта рука, то я ее должен повернуть. Что должен? Повернуть, она встала уже. И если я этот локоток назад отдам, все, он мой. Смотрите, он мой. И суставы подобные. Он мой. Вперед. Крути еще. Вот так, 92-й год, 98-й. 6 лет. Это самое. 6 лет. Но неизбежно, неизбежно. То получится перелом. Мы должны избежать вот этих моментов. Кому непонятно, кто слышал удар? Слышали, да? Я его почему не довожу, а показываю вам. То есть вот я, видите? Это уже испугался. На меня тихонечко веди, чтобы было понятно, я чтобы показал. Смотрите, как я беру. Еще раз тихо. Смотрите, как мои пальцы ведут. Еще тихонько смотрите. Так, а теперь разобрались и вперед. Да, вот я, смотри, вот он бьет, а я его раз и есть. Еще да. Вот что я принял, вот он идет. Моя задача, вы видите, что я с ним.
смотрите. Я его забираю. Раз. О! О! Опа! Сюда. Старичок только, кто из вас только впервые делает, вот это положение, смотрите, освоите. Вот и все. Но костей, чтоб не было слышно. Что вы делаете? Раз. И смотрите, я не только отсюда, а только отсюда. И помогаю ему, видите? И предмет. О! Вперед. Вот именно те варианты, необходимые для включения своей работоспособности. В частности, иди ко мне, я с тобой. К примеру, я больной. К примеру, вот он наносит удар ко мне. Я с предметом, смотрите, раз. Есть нужда показывать дальнейший ход? Нет. Давай еще. Смотрите сюда. Надо показывать? Не надо. Даже я буду сидеть, к примеру, или лежать, к примеру, он наносит на вас удары. Шаг ноги назад. Моя задача, ногу я подставил. Видите как? Посмотрите, как я подставил ногу. Видно? Да. И я ее только, значит, вниз и к себе. Вот моя цель и задача. Но, если же я поставлю ему бедро, у меня, смотрите, как нога далеко зашла. Смотрите, как я ему сам помогаю своим корпусом. Если он напряжется, то я ничего ему не сделаю. Но для того, чтобы его все-таки бросить, мне надо убрать бедро. Я убираю бедро. Смотрите, видно? Я бедро убираю, а ногу свою правую ставлю на колено. И моя задача состоит в том, чтобы, значит, я его выполнил вот так. Вот это посмотрите. И бедро, его убрать. Еще. Хорошо. Что, письмен будет? Да? Не подкручено, нам надо зашить еще раз, позавчера мы сломали. Да. А что вы так переживаете? Мы же не кто-то.
Какой вопрос? Еще один, если я непонятно. Да любой, какой бы только. Рука уже здесь, колено здесь, все у тебя уже здесь. Все, сейчас, Сережа. Понял, да? Теперь он пошел на разок. Наоборот, падай, быстрее падай. Значит, как он бьет, моя задача, раз, пропустил. А теперь, как я могу войти? Это удар, и это с ударом. Видите, вот она, как у меня выходит. Предмет этот сюда, для того, чтобы его открыть. Здесь я ему сламываю, здесь надо, я ему отбил, вот, я его бью. Понятно? Но через пальчики. Сейчас я уточняю. Еще раз. Значит, я, смотрите, через пальчики. Видите, как пальцы работают? То есть я могу здесь, вот тут я удлинять радиус, а тут я сбить. Вы видите, теперь я могу работать как угодно и этой добивать его. Посадить, и раз ему в ногу, и отдал его туда. Он не идет, когда ты уже добрался сюда или сюда. Ты его бьешь, видишь, откуда бьешь его. Мало, вот ему, эту подтянул сюда, как он у тебя? И им управляй. Предмет-то у тебя в руках. Ты же управляешь. Что ему надо? Сошлись, к примеру. Вот он идет. Я ему говорю, опа, откуда? Теперь это, смотри, видишь? Отсюда. Мне нужно для того, чтобы оттуда ударить. Это вытащил. Теперь я его оттуда. Вот он у меня будет. Я его буду молотить. Отсюда руку. Отсюда руку. Я возьму его. Ногу уже. Я ему буду выстреливать. Где? Руки. Руки буду брать. Уже буду его слупить. Туда выводить, куда мне будет удобно. Чтоб ногу он не подымал. Держи. Она же у тебя в руках. Ты что его прячешь? Чтоб он тебя бил. Понимали? Все, какие вы знали. Применяйте сейчас все. Поняли? Только все, что вы знаете, применяйте в комплексе. Разобрались? И вперед. По местам. Комплекс. Делать придется, не разговаривать. Я что, должен чуть-чуть горло ослабить вот в таком положении. Видите, да? И рукой достать до его волос. Я не достал. Ну тогда у меня крючком пальцы, видите, вот они ложатся вот в таком положении, и я его бросаю. Понятно вам? Я должен до волос достать, но я не достал парня. Еще повернуть. Бывает так, вот он захватил, моя задача состоит в том, чтобы вот это положение сделать, захват под его локоть и осесть, составляя плечо, вот это мое, точкой опоры. Вот если я осаждаюсь, видите, вот он у меня попадет. То есть я его тут пробью теперь туда, куда надо. И руку эту, я ставлю ее вот таким образом. Понятно? Устойчиво. Назад, вперед будет плохо. У меня не хватит сил. А если я поймал его так, вы видите, что я его... Ну что хотят, то есть. За деревень. А если он сопротивляться будет? Так ему хуже будет. Вот смотрите, здесь нельзя. Он будет сопротивляться дороже. Тебе дороже. Ему будет хуже. Это сопротивляется самому. Я же, видите, вот я взял руку примерно. Вот я взял руку. Я выключаю суставы. И делаю жесткую систему.
Вот я повернул, видите, я его вытащил. Вот я его куда угодно поставил. Василий. То есть это что показывал Александр Иванов? Я, значит, к примеру, взял руку. Вот я тяну к себе. Но чтобы мне продолжить, я увеличу плечо. Тренировочный. Вот он у меня как тренировочный. Хорошо. Ты запись нажал? Угу. Без записи. Точно таким же образом. Видите, вот, вот он у меня. Вот. Откуда? Здесь в руку раз, и я ее отсюда. Вот он у меня. Вот он. То есть я его забрал. И падать некуда. Вот я его держу. Использовал предметы. К примеру, я сижу. Вот он раз. Сюда. Где он у меня? Вот он. Завязал, да? Завязал. Ну что? Вот я его забираю краски. Плечо. Руку. Ой, аккуратно. Опять все на тот же угол тянет. Ничего не дарился? А? Не дарился. За этим ехали. Ногу. Руку. Руку. Вот забираешь удар. Подальше, ручек. Подальше. Алексей Алексеевич, ребятам с Алматы пожелание какое-нибудь скажите. Пусть будут ребятами нашими. Но они обязательно будут. Вот и все.